У Гомельским областным грамадско-культурным центре «Аншлаг». Менавіта тут повинен пройти белорусско-украинский концерт «Дружбы». Але и до его початку сумовать глядачам не дали. У фойе центра выстава бренда у Гомельской области. Под этим вызначением и демонстрация одного из первых друкованных станков Франциска Скорины, имя якого сегодня носит Гомельский державный университет. И проекты, реализованные у рамках акций «100 идей для Беларуси и в области». Со своим разумным домом Эдуард Туманский сёлета занял первое место у республиканском конкурсе. Каже, что аналога у его распрацовцы нема. С выкористанием мобильного додатку у доме можно контролировать все. От выявления дыму до керования осветлением. Особенностью главной является то, что можно в систему поставить не только дома, а еще, например, на дачных участках, как все теплицы на каких-то угодий. То есть масштабируется как угодно. Голосовое управление, управление бытовой техникой через любые виды связи, интерфейсы, кормление домашних питомцев. Атмосфера напередодні концерта «Дружбы» далекая от официальной. Напередодні прошла генеральная репетиция. Каждый докладно ведая свое место на сцене. Але артисты фольклорного гурта «Чип» с Житомирской области кажут, что не супрать выступить еще до початку программы. Коли глядачам сподобается, чому и не? И выставу брендов, и наступный концерт можно без перебольшения назвать народными. На стендах у фойе Гомельского грамадско-культурного центра сапраўды уникальные экспонаты. У вынику проведенных у Ельским районе экспедиций у отселенных вёсках атрымалось собрать больше як полтысячи фартушков. У Гомель, правда, привезли значно меньше. Разместить усю коллекцию не дозволяют выставочные площади. Побач коллекция национальных строев с нескольких районов Гомельщины. Ярко и самобытно представлены строи национального костюма Гомельской области. Ветковский, Калинковичский и Будокошелевский районы. Также мастер по ткачеству Ковалева Людмила Васильевна представит свои знаменитые неглибские рушники, которые находятся и в штаб-квартире, и в ООН, и в частных коллекциях глав государств. Непосредный концерт с символичной назвой «Дружба» – это больше, как 500 удельников за обеих двух краин. Это мероприятие, с одного боку, символ белорусско-украинского яднания, а с другого – махчимость ближе познакомиться с традицией и культурой соседей. Гомельский форум региона Беларуси и Украины у любым выпадку у у нашу агульную историю. И не только проведенными перамовами и заключенными контрактами. И он стал доброй плясовкой еще и для неофицийных зносинов, как непосредных удельников, так и артистов, которые выступили у агульным сябровским концерте. Инструмент бандура – это национальный инструмент украинский. Він, я б сказала, ідентифікує українців. Такого інструменту більше немає ніде в світі. Ми дуже раді сьогодні бути на цьому форумі. І приїхали ми з відкритою душею, з любов'ю до наших братів білорусів. Олесь Сюров, Ольга Коновалова, Валерія Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».